Вот так надо начинать свое утро. Каждую субботу профессиональные тренеры проводят занятия для всех желающих. Сезон здоровья в «Крутых ключах» открыли с начала июля. Спорт важен всегда, во все времена. Это нужно этим заниматься, чтобы поддерживать себя в отличной физической форме. И вы сами видите, сколько детей, сколько молодежи. И думаю, что будем продвигать спорт в народ, в массы. Организует субботние зарядки Самарский дом молодежи при поддержке Департамента культуры, туризма и молодежной политики. Площадка выбрана не случайно. В «Крутых ключах» проживает более 40 тысяч человек. Основная часть – молодые семьи. Заботясь о здоровье жителей, местный общественный совет с энтузиазмом поддержал проект. Это единственная площадка в городе, где проводятся такие вот утренние зарядки. И мы предприняли максимум усилий к тому, чтобы пригласить их именно сюда, чтобы мы их сюда заманили, чтобы все-таки вот начало такого замечательного действия, как регулярные утренние массовые бесплатные зарядки, были именно в «Крутых ключах». В субботу в 11 утра на спортивной площадке собираются самые активные жители. Зарядка состоит из спортивной части и конкурсов, в которых можно выиграть сертификат в ближайший фитнес-клуб. Каждую неделю зарядка проходит с разными тренерами и новыми упражнениями. В этот раз выбрано танцевальное направление. Можно было провести какую-нибудь очень большую, крупную зарядку, например, на площади Куйбышева один раз. Но с точки зрения здорового образа жизни, с точки зрения спорта, наверное, эффект был бы не такой высокий. Поэтому мы решили, что зарядки должны проходить системно. Я думаю, что подобные мероприятия хорошо бы проводить во всех районах города, именно вот такие мелкие. Не надо собирать там тысячи человек одновременно, это неэффективно. Организаторы считают, главное – задать тренд. Дальше жители и сами смогут стать организаторами подобных физкульт-минуток. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.